Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и в этом коротком видео мы открываем подарок от одного из моих зрителей и друзей Мубина. Если я правильно прочитал твой никнейм, прости, братка, если я ошибся, в любом случае огромное тебе спасибо за присланный подарочек. Меня часто спрашивают, почему я выставляю все полностью поголовно из подарков, даже если это какие-то самые дешевые подарки. Сейчас попытаюсь объяснить. Дело в том, что я не разделяю подарки на дорогие и дешевые. Для меня это ваши знаки внимания, и мне это безумно приятно. Ну и плюс к тому, я в свое время договорился со своими зрителями о том, что буду выставлять видео с открытием всех, без исключения подарков, которые ко мне прилетают, и пока держу свое слово. Еще раз большое спасибо Мубину за то, что прислал подарочек, и мы ни о чем с ним не договаривались, я не знаю, что внутри, и надеюсь, что там не проверка моего фарта в виде каких-то контейнеров. Все-таки есть два контейнера на ТВП-100. Вот так вот, ребят, получается, и целых 975 сниппетов. Но в отношении сниппетов отдельная благодарочка, потому что я пытаюсь все-таки открыть себе восьмерку, уж больно хочется. Давайте откроем два контейнера с данной тачкой и попытаемся ее оттуда достать. Что у нас получается? Не получилось, к сожалению, не получилось. Ну и со второго давай. Давай сделай мне приятно. Ай, блин. Ну, обидно. Обидно, конечно, что не выпало. ПТХ прикольная, ПТХ классная. Я не рискнул игры с судьбой в отношении открытия контейнеров на данную машину. Хотя сама ПТшка мне очень понравилась. Вот для снайперинга, ну, прям самое то. Единственное, что я не сильно фартовый чувак на всякого рода контейнеры. Я вот даже сегодня вот эту вот ВЗ-ху, когда крутил рулетку, достал с последнего прокрута. Что, в принципе, и неудивительно, потому что у меня так всегда со всеми рулетками. Ну, а здесь, ребят, я это хочу показать тем, кто сбрасывает подарочки мне, помогая мне прокачать сезон 3. Как вы видите, я уже практически дошел до Свиндлера. Для того, чтобы вместе со Свиндлером забрать все, мне необходимо еще поднакопить немножко, где-то в районе 5000 голды, грубо говоря, ой, голды. Побойтесь бога. 5000 сниппетов. Если говорить просто о закрытии семерки, то там немножко меньше 4000 получается. В общем, идем. Пока идем вперед. И всем большое спасибо за то, что сбрасываете подарочки и помогаете мне проходить сезон 3. Надеюсь, что вы не прекратите свою помощь. В том числе вы можете поддержать канал в его развитии, подписавшись на него прямо сейчас, поставив лайк данному видео и написав обязательно комментарий под ним. Ну а я побежал снимать следующее видео специально для вас, которое, надеюсь, будет вам приятно посмотреть. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.